Цоны принимают граждан по ОШИК. Его можно скачать на телефон. Также сервис доступен через приложение некоторых банков. Нужно отметить, что такая мера принята в связи с эпидситуацией. На сегодняшний день по приложению ОШИК работают объекты предпринимательства, культуры и спорта. Теперь цоны и спеццоны не исключение. Западно-казахстанцы с безопасным и нейтральным статусом могут получать госуслуги в порядке живой очереди. При этом тех, кто ее забронировал, примут в назначенное время. На сегодня по области функционирует 18 фронт-офисов, 4 из них работают в Уральске. Каждый получил персональный QR-код для сканирования, который размещен при входе в здание. Гражданин имеет право прийти в ЦОН по приложение ОШИК, а также может традиционно забронировать на портале ЕГОВ. На данный момент по статистике за понедельник и вторник, за два дня выявлено 4 человека. 2 человека с красным статусом и 2 человека с желтым статусом. Эти граждане могут получить государственные услуги через электронный портал ЕГОВ.КЗ, но ЦОН не запускается.